Коровка стоит. Это еще не все. Мне еще надо зайти в мою любимую пекарню сумасшедших пекарей. Мне нужен хлеб. Ну и как бы и все. Хлеба мы не едим, но дочери завтра, послезавтра в школу. Она обычно забирает сэндвичи, бутерброды. Поэтому для нее я возьму хлеб. Я, кстати, была здесь уже очень много раз, но я никогда вам не показывала. Сегодня решила вам показать. Ну, это, кстати, маленький очень филиал. Здесь очень, как бы, маленькое такое разнообразие, выбор. Ну, здесь вот разные напитки есть. Здесь много очень разных вкусняшек. То есть можно поесть прямо на месте, можно забрать с собой различные слойки, различные бутерброды. Вот какая-то фокассия, панини. Моя Яна очень часто здесь что-то берет, любит. Но сейчас я этого всего покупать не буду. Слойки, кстати, очень вкусные здесь. Сейчас мне нужен только хлеб. Ну вот, немножко пробегусь, конечно, тогда еще раз уж я зашла, хочу вам показать разные тортики-шмортики. Было время, когда мы очень часто здесь все покупали, и Яна любила, и мы ели. Теперь мы все забросили. Цены, вот смотрите, вы видите сами. То есть цены здесь, в общем-то, как бы приличные, именно в этой бейкери. За такие вот, как бы, маленькие всякие донаты, тортики 50, 30, 80 рупий, как бы цены такие не маленькие. Но я должна сказать, что здесь очень вкусно, реально. Вот есть разные тарты, как в корзиночках, и фруктовые, и шоколадные. Разнообразие здесь шикарное. Есть вот такие вот трубочки, есть вот такие чоколава, тоже кейки, вот такие муссы всякие, и трехслойные, и обычные шоколадные. Вот это уже пошли разные тортики, пирожные. Есть вот чизкейки, мой любимый. Раньше я часто покупала, ела. Теперь я вот честно говорю, девочки, что я, девочки и мальчики, что я показываю вам только на камеру. Я теперь вообще здесь ничего никогда не покупаю. Последний раз, когда у Раджеша был день рождения, я покупала вот этот тортик. Называется белый лес. Белый White Forest. Все, вот это все, что я покупала. Вот Black Forest тоже очень вкусный, кстати. А больше я вообще в последнее время здесь ничего не беру. Мы перестали есть сладости, мы перестали есть тортики и пирожные. Это, кстати, еще, вот я вам говорю, это маленький филиал. То есть есть у нас еще один район, там есть большой магазин, там огромный магазин, там выбор намного больше. Но меня интересует в данном случае только хлеб. Вот здесь есть хлеб и для хот-догов, есть для бургеров. Вот именно хлеб у них очень вкусный, правда. Хлеб, я их не просто обожаю. Вот есть сэндвич бред, но это, я думаю, все-таки коричневый. Мне нужен белый. Сейчас посмотрим, он свежий или нет. Угу. Это вот белый. Сегодня какое у нас число? Сегодня у нас 29-е, так? Сегодняшний хлеб. И есть вот такой вот сэндвич хлеб тоже. Сегодня не 29-е, сегодня 30-е. Это старый хлеб. Это старый хлеб. Мы возьмем свежий. Вот такой возьму, коричневый. Ну, ничего, пойдет. Вот здесь тоже вот разные печеньки для супов, вот такие вот палочки. Кстати, здесь я и покупала вот эти вот слойки, из которого я делаю ленивый Наполеон. Они не сладкие, поэтому можно регулировать все по своему усмотрению. Ну, здесь вот разные слойки, уже разные вариации, там с сахаром, без сахара, с какими-то приправами. Вот этот вот лавашек есть такой с приправами, с сезамом, с черным сезамом. Такой у меня есть, коробочка дома. Я уже брала, поэтому сегодня покупать не буду. Ну все, отсюда я ухожу. Я приехала в свой любимый магазин, где я покупаю для цветов горшки. Ну, кстати, сейчас обеденное время, а в обеденное время индийцы обычно спят. Вот часто, кстати, такое вы можете увидеть. Заходите вот так, как я, в магазин, а здесь просто никого нет. Ну, или, может быть, он просто вышел, но здесь вообще никого нету. Кто-то все-таки должен следить за этим. Мне уже понравились пару горшков, но пока я не вижу хозяев. Я сейчас вам, конечно, еще покажу все на фронт-камеру. Здесь выбор просто шикарный.
Это чашечка, чашечка, то, что мне понравилось. Я пока вам поснимаю сейчас на улице. На улице здесь тоже много всего, а потом поснимаю вам в середине. Или думаю, все-таки наоборот. Вот, идет все-таки хозяин. Я думала, что его нет. Катива я, а вас дырит и? Мужчина на small size мы дыхаду из тайпки. Из себе чота чалега. Из себе чота? А. Ну, я ему говорю, хозяину, ты мне дай вот такие вот маленькие. То есть я хочу маленького размера. Лихал. Из сечета, чота чая, чота. Я говорю, меньше, меньше этого, поменьше. Е би то сав весе и чота е, кя? Е вале? Е? Е кэсэ, бая? Е би? А, е би аче. Из тайпки дыхау на чоте-чоте? Любовь. स्पून होल्डर बोलते हैं ना उसको वो सब है अच्छा ओ ये देखिए ये आया ठीक है Он говорит, что это не горшок, это для ложек и чая, для ложек и вилок, типа холдер, представьте, вот для всяких, типа как для... О. А, из тайпки дыхаду. Веси вали чути дыхаду. А, чики, мы дыхли, ты у меня, джаб так то раз одыхунги. Ну, я вот вам хочу показать. Здесь вот разные-разные вазы. На полу тоже очень много здесь разных. Дыхаду сабникал, да? Мне нужен маленький горшочек для моих суккулентов. Пока я вот сейчас сюда еще пролезу, тоже посмотрю. Вот этот прикольненький мне понравился. Сейчас посмотрим. Вот этот тоже такой прикольненький. Можно вытащить. Видите, сколько разных ваз, всяких вот форм. Раскрасок, все это сделано руками. Выбор у них, конечно, очень хороший. Вот смотрите, что он, ну, вот этот мне нравится, вот этот размер, я считаю, очень. Ускави color гейка, иди color гейка, уска зеленый, а ёлечка, нам зеленый, у них здесь есть и дыхау. У них здесь есть и искусственные вот такие кайбанки, тоже очень даже симпатичные. Искусственных я не люблю, но я использую вот я говорю ему, ты подожди, ты пока мне вытяни все, я сейчас немножко здесь поснимаю в своем любимом месте. Я вот часто здесь очень все покупаю, потому что вот здесь столько всяких малюсеньких таких пиндюрочек, всяких вот соусниц, всяких таких вазочек маленьких, баночек для кухни, вот все такое симпатичное. То есть здесь есть даже вот такой набор, как бы глиняные чашки, глиняный чайничек, есть стеклянные, есть вот такие вот малюсенькие вазочки, вот знаете, как я люблю именно вот для поставить в ванной комнате. Кстати, стоит 250 рупий. Я смотрю, вот такие вот всякие малюсенькие платеры. Я смотрю, и для запекания. И вот есть тут масленица такая малюсенькая. Ну, это прям совсем такая маленькая, на маленькую эту. Потом есть для салфеток вот такой вот холдер. Для кухонных вот этих вот принадлежностей. Смотрите, батрумсет, то есть для ванных такой вот. Вот эта масленичка мне тоже такая понравилась еще в прошлый раз. Ну, возички такие маленькие. Это тоже, представьте, это тоже маленький такой для маленького цветочка. Представьте, это зеброчка, это бегемотик. Представляете, какая прелесть, бог ты мой, посмотрите, какой бегемотик. Ну вот здесь тоже есть всякие чашечки, тарелочки, боже, какая красота. Вот всякие кастрюльки для кухни, тоже вот из глины, можно и в духовку запекать, можно и подавать на этом все. Очень, конечно, красиво здесь все. Сейчас я вам на улице еще тоже засниму. Вот белая посуда, которую я обожаю. Вот это вот, кстати, баночки всякие, это вот для ачара вот этого индийского. Называется это барни на индийском. Вот этот вот ачар пиклс, да, который любят индийцы. Ну вот здесь тоже много-много разных чашек. Вот это тоже, смотрите, внизу для всяких вилок, ножей, может быть, для салфеток, тоже такие прикольные вообще. Но это просто надо брать целым набором. Если ты берешь уже такое глиняное, то есть это приборы уже на столе должны быть в таком вот стиле уже, понимаете? Сейчас я на улице еще вам покажу. Вот покажу то, что он меня здесь выбрал. Ну вот сразу скажу, что мне понравился вот этот вот размер. Вот этот и вот этот.
один белый, один желтый. То есть такой самый идеальный размер, ни большой, ни маленький. Но вот сейчас пока вам еще покажу вам на улице, что здесь есть. Вот здесь, конечно, тоже куча всего. Я каждый раз, как не зайду, я просто здесь с ума начинаю сходить. Я последнее время, мне очень нравится вот такая посуда расписанная. Видите? А это вот уже получается к нему как бы вот подсупные тарелочки такие. Вот это вот большие тарелочки. Боже, какая красота. Я вот, кстати, мечтаю о таком наборе. Здесь на улице у них тоже есть ваза. Но сейчас, кстати, выбор очень маленький. В прошлый раз, когда я приезжала, здесь было вообще все заставлено. Видно, они распродались. В последнее время модные вот такие вот подставки под цветы, под золото, под медь. Вот этот тоже классный горшок. Очень красивый. Очень красивый. Спрошу. Евала китнека его я? Евала? Ну, 1700 он говорит. Говорит, или больше, или меньше, но 1700. Вот здесь вот мне тоже, когда я заходила, но тогда я не снимала, тоже очень понравился мне один горшочек. Вот этот. Смотрите, какая прелесть. Собачка. Собачка. Ну, вот сейчас спрошу у него тоже. Евала Беникалдова, я? Евала? А, Евала. Орби Хекендер. Ну, в прошлый раз я много чего здесь набрала. Я вот, вот таких вот покупала, только меньше для своих суккулентов. Вот этот очень прикольный. Вот я сейчас его тоже спрошу, сколько он стоит. Маленький такой щеночек. Орби Хеке, если ты печёртывали? А что, Хекендер? Боготич, вот асаге. Я говорю, классная, но очень маленькая. Сюда даже что-то посадить, это прям... Сюда даже что-то посадить, это прям... Мне кажется, ну, очень проблематично. Хотя для... Кя прайс, э? Е, чё та вала? Е вала, чё ты сайски, кя прайс? 120. Ор е вала? 150. Это 120, это 150. Ye wale dono? Ye wale hain, thoda sa costly wale hain. Ye 290 ke each hai. Achha, ye 291. Ye 90 rupees. Это 291. Ye itna mehenga kaise hai bhaiya? Quality achhi hai uski. Ye wala kya price hai? 120. Вот этот неплохой и недорогой. Я думаю, что можно остановиться на нем. Ye wala? 150. Ага. Уже объевала дедуэ. Объевала. Урек та из тайпка чего-то са? А что е? Ну это вот типа... Типа бегемотика, но я не знаю. Это бегемотик или не бегемотик, тоже такой прикольненький вообще. Вот это, кстати, для дома очень классные. Внутри. Внутри маленькие цветы расставили. Очень приятно. Евала, кя прайзе? 150. Ну, это очень маленькое. То есть тут такое горлышко маленькое, что тут даже посадить нереально. Вот это да, вот это то, что мне нужно. То есть я останавливаюсь на вот этих вот троих. И по цене тоже они такие неплохие. Вот смотрите, какая прелесть. Вот это хоть для дома можно, хоть для моего сада. Очень красиво получается. Китне мы доги вы? Я тину. А? Это уже 300-420 ура. А, то китна кам короге? 380. Перманент вали? Да, да, билкул. Ну, я ему говорю, я же у вас постоянный клиент, давайте уступайте мне. Тем более, я им постоянно подгоняю клиентов тоже. Кокитна буля? 380 рупий за 3. Ну, я считаю, это очень неплохое такое соглашение, скажем так. Он мне уступил. Это, кстати, правая сторона Сивик-центра. Мы уже были здесь неоднократно, но именно в этой стороне я редко очень бываю, потому что я бываю только или в этом магазине, где продаются горшочки,
А здесь в основном у нас еда. Вот если вы обратили внимание, вот это все рестораны, один за одним. Рестораны, всякие вот соки, шейки, мороженое разных видов. С этой стороны тоже, если вы обратите внимание на вывески, то есть это здесь одни рестораны, одни всякие вкусняшки. Но так как мы в последнее время едим очень мало, и вообще, кстати, не любитель ходить сильно по разным кафешкам, ресторанам. Я, кстати, вот на улице очень-очень редко ем. Если я обычно делаю маркет, то есть я очень-очень редко куда-то захожу поесть. Ну, это максимум выпить кофе, то есть у меня просто на это не бывает времени. Ну, в этой стороне я смотрю, здесь какой-то магазин, что-то здесь по распродаже машин или что-то. Вот я смотрю, Cars Gallery, и здесь у нас какое-то вот пошивочная маленькая мастерская. Ну, это вот тот магазин, в который я заходила. Он, кстати, два этажа здесь, на второй этаж я редко захожу, потому что там как бы больше икебаны, вазы, то есть очень редко, когда мне что-то надо. Ну что ж, мои хорошие, сегодня у меня был очень насыщенный день, мы хорошо с вами погуляли, хорошо скупились, я вам все-все-все показываю, все рассказываю, что я делаю. Я делюсь с вами всеми моментами своей жизни. Кто не подписался на мой канал, у вас есть такая возможность сделать это прямо сейчас, для того, чтобы участвовать в моей жизни и не пропускать новых интересных, захватывающих видео.